Guten Morgen продовжується, а я нагадую, що 30 серпня в City Beach Club відбудеться 12-годинний марафон «Пока лето» від телеканалу М1. І сьогодні на моїх жовтих диванах з'являється дует, який ви теж можете почути, побачити і під них же підтанцювати. Київ Електро в Guten Morgen! Доброе утро, доброе утро! Доброго ранку, привіт! Доброе утро, ребята! Доброе утро, страна! Доброе утро! Ну что, вы готовитесь уже? Чем конечно, удивлять? Пораньше теперь просыпаемся и все время готовимся. Да, делайте готовимся заряд. Психологические, физические у нас репетиции, потому что у нас... Да какая репетиция? Ты на репетиции когда была? Ты только из села приехала. Да тихо. В общем, у нас в нашей программе будут новинки от нашего диджея Молнии. Это новые супер трюки. Да, да, он будет в этот раз меньше касаться вообще земли, будет побольше находиться. Будет летать. Он же Молния. А будут новые какие-то супер треки от вас? Нет, мы исполним наши старые добрые хиточки, которые уже себя хорошо прокатали по стране. Летние, праздничные, поэтому, ну, мне кажется, немножко позитива надо дать и отвлечься, и немножко отдохнуть тем, кто будет с нами тогда. Плюс бонус-трек песня «Черновцы». Да, «Черновцы». «Черновцы». Мы кажется, уже о ней говорили с тобой. Да, мы с вами уже говорили. Да. Мы, кстати, с вами встречались как раз перед отпуском. Как вы провели этот отпуск? Как вы провели лето? Что было? Ой, ну, я провела очень классно, на самом деле, лето. Я ездила в село к бабушке, собственно говоря, туда, где мы снимали клип «Лесопед». Вот, прекрасные эмоции. Вот, я, конечно, привезла тебе подарочек, сюрприз. Прямо с автобусного вокзала. Да, бабушки, чтобы дитина после ранкового эфира села та поїла. Класс! Приятного аппетита тебе со своими любите чайку. Так, давайте. Вот, конечно, угощайтесь. Ну, нам же еще петь. Вот, форсунки зальются. Класс! Спасибо большое. Ну и, собственно говоря, успела научиться доить корову. Угу. На удивление, никогда этого не умела. Вот. Меня чуть не забодала коза. Вот. Но, в принципе... Бараны не нападали? Нет, нет, там таких обитателей нету. А что там, какие хлопцы у семьи? Расскажи, я так давно там была, но они такие... Работящие, самое главное, что работящие. Ты что треба зараз? Это точно. Нет, на самом деле, я приятно проводила время с родными и близкими и помогала, соответственно, бабушке по дому. Она вечно... Скажем так, она любит компанию, любит поговорить. Она мне рассказывала всяческие истории о том, как она прожила жизнь. Ну и, соответственно, такая семейная идиллия. Роби ти Єшу. Ну, тобі, скажи, тебе село надихнуло на написання, може, якихось пісень, таких, знаєш, про життя, про працю? Ну, собственно говоря, пару строчек уже написано. Звісно ж, як же ж не вдохновитися, та природа, такий прекрасний края. Ну и все, понятное дело, зная наш клип «Лесопед», говорили, а ну-ка, одінься костюм, то що Супермена. А ти устраиваешь? І поїдь на велику, ми хочемо подивитися, як то на лесопед ганяєш. Ти устраивала їх там вечора? Ну, гонки. Сільський дрифт на лесопеді. Нет, ну, клип показала лишний раз. Бабушка гордится. Бабушка восхищается. Класс. Ну, я смотрю, ты еще сделала новую татуировку. Да, татуировка уже пятая. Сверху тут кроль. Кролик и якорь. Ну, кролик у нас был символ плодородия, чтобы наш коллектив продвигался. Мы росли, чтобы, да, у нас было много новых песен. Ну, якорь – это символ непоколебимости, силы духа. Вот. Ну, это подчеркивает одну из черт моих, черт моего характера. Она сказала это. Вот. Понятно, Пальмира, с тобой, в принципе, у тебя было насыщенное лето. Да, да. Макс, да. Что у тебя появилось? У меня, я был в прекрасном месте практически каждый день, который называется Крым. Вот так вот. Но находится оно... Не в том самом Крыму. Да, да, находится оно в Карпатах. Это место, одна такая гостиница, которая... Сделала себе такое место, куда все люди просто ходят мирно, пьют чай там и так далее. Карпатский, чуть крымский не сказал. А, кстати, можно и крымский там тоже было попить. Вот. Поэтому все ходили и вспоминали, как что было у них когда-то в Крыму. Поэтому все по-доброму, все, да. Было. Как, есть как есть, что тут сказать. Дай бог, чтобы все было как было. Вот так. Ну, ты занимался там очень полезным делом. Ты делал студию, да? Ну, как делал? Просто там есть свои люди, свои друзья, которых там есть определенные
аппаратура, которую можно дополнить было с своими всякими штуками, инструментами, микрофонами, шнурами, аудиокартами и так далее. Mm-hmm. Поэтому оно собралось все в такую кучу, и вот-вот уже пойдет жизнь. Я думаю, когда станет холодно или выпадет первый снег на Драгобрате, тогда можно будет взяться и пописать какую-то музычку. Ты планируешь писать музычку для Киева Электро или еще у тебя есть в планах проекты? Для всех, понимаешь, все же зависит от настроения, которое будет. Поэтому у меня как бы есть разная музыка, разные проекты, можно сказать так. То есть к тебе можно обращаться даже как к саунд-продюсеру? Да, ты сейчас можешь сделать такую рекламу, где молодые... Нет, ну саунд-продюсер это как бы это совсем другая. Это уже человек, который, мне кажется, оформляет и вот так вот все наполняет. Ну или как автор. Ну, может быть так, композитор уже, что ли. Рекламирую, я на это намекаю, Макс. Светочка, Ирина Николаевна, все обращайтесь за... Песнями, напишем, продамо и направим куда нужно. Направим, главное. Да. Что вы планируете делать вот осенью? Я знаю, просто очень много музыкантов осенью выпускают новый материал, новые клипы, новые альбомы. Что будет у вас происходить? Пойдем на работу, потому что начинается новый телевизионный сезон. Как бы хватает для всех. Поэтому, думаю, буду занят на работе и, конечно, музыка. Вот. А с наступлением холодов, то однозначно музыка. Да, чем заниматься? Да, конец уже, правда, это уже будет конец осени. Ну и, конечно же, мы планируем выпустить новый трек, который называется «Чувства». Вот, очень такое серьезное название? Красивый, очень красивая, такой нежная песня уже, о чувствах. Дуда. Да, поэтому ждите от нас сюрпризов. Вот так. Ну, Киев Электро, я, конечно, подготовила самый главный вопрос. Вы же дружите там с Киевэнерго и так далее, когда будет конечно, горячая вода, ответьте мне. Ну, Киевэнерго это же электричество, поэтому мы так заряжаем. Ну, хорошо, что хоть электричество. Водоканал, вы со всеми дружите, вы же там вместе сидите. У вас есть горячая вода? Ну, у Пальмиры, конечно, есть горячая вода, из горячих стран, поэтому горячая вода, понятное дело, есть. Ну, я думаю, что... У вас есть? Есть. Ну, все, я к вам переезжаю, мне нет просто горячей воды. Переезжайте. У нас места много. А я знаю, как мы сейчас будем согреваться. Есть у группы «Киев Электро» песня, которая идеально подходит под последний четверг этого лета. Совершенно верно. «Лето море». «Лето море», лето встречайте. Море. «Лето море» встречайте. Это «Киев Электро». У-у-у. Всех. Ты моя радость, ты мой успех. Легкий.
Не пропустите последний день лета. Встречайте вместе с каналом М1. Мы вас ждем. Да, пока. Мы вас ждем. Спасибо вам, ребята.